Всем добрый день! Сегодня у нас вторая распаковка, продолжительностью больше года. На моем канале есть распаковка бокса Орика для жестких дисков и твердотельных накопителей. Форм-факторов 2,5 дюйма. Один мы протестировали, а именно на скорость чтения и записи жесткого диска Toshiba. И результаты были представлены в том видео, где была первая распаковка непосредственно этого бокса для жестких и твердонакопительных дисков. Сейчас у нас вторая часть будет, а именно, то есть мы посмотрим, как ведет себя данный бокс, если вы будете использовать непосредственно внутри этого бокса не жесткий диск, а твердотельный накопитель. Вот у меня есть свободный вариант твердотельного накопителя, который мы сняли с ноутбука временно. Так, и его, и мы протестируем. Так, внутри у нас находится непосредственно, как обычно, документация, сам бокс. Который вставляется непосредственно в диск. Также есть кабель USB 3.0. Воспользуемся от уже распакованного варианта. И его сейчас мы протестируем на скорость чтения и записи данного твердотельного накопителя и посмотрим, как ведет себя этот диск непосредственно внутри данного бокса Орика. Также воспользуемся еще одним моментом, а именно переходником экспресс-карт для ноутбука для USB 3.0, как раз непосредственно для того интерфейса, на который данный бокс рассчитан. Посмотрим, какие получили скорости. Давайте подключать бокс вместе с твердотельным накопителем в сам диск. Вот как видим, он определился у нас. Так, размер его показан. То есть можно посмотреть видео на моих каналах, где я модернизировал ноутбук Toshiba H661EN. Вы этот там диск увидите. Crystal Disk Info. Давайте посмотрим характеристики подключенного бокса внутри находящегося твердотельного накопителя сам диск. Так, это у нас диск F. То есть он сейчас открыт. Вставлены следующие характеристики. То есть, как видим, используется сериал ATA, третья версия, максимальная скорость, которая доступна через сериал ATA. Давайте посмотрим, что у нас получилось непосредственно в Crystal Disk Mark по скоростям записи и чтения твердотельного накопителя SanDisk, который установлен непосредственно в боксе Orica. В результате получились следующие данные. Давайте рассмотрим то, что у нас получилось непосредственно в еще одном синтетическом тесте, а именно SSD Benchmark. Получили следующие результаты при проведении теста. Характеристики указаны здесь. Результаты, которые мы получили, указаны непосредственно в этой секции. По запуску программ ISO и игр с внешнего бокса Орика, в котором установлен непосредственно твердотельный накопитель SanDisk, получили данные результаты. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.